Всем привет! Вы на канале Час Ремонта. У нас вы найдете обзоры на современные электрические инструменты для строительства и ремонта, а также различные полезные аппараты и приспособления для дома и сада. Сегодня наш выпуск посвящен болгаркам, ручным электрическим инструментам, предназначенным для резки, шлифования и зачистки металла, камня, а также других натуральных и искусственных материалов. Благодаря универсальности применения болгарки являются необходимым инструментом для большинства ремонтных работ. Сейчас на отечественном рынке представлено множество болгарок отечественного и зарубежного производства, которые отличаются функционалом, стоимостью и комплектацией. Чтобы помочь вам с выбором, мы подготовили подборку из 10 самых продаваемых аккумуляторных и сетевых болгарок, которые пользуются особой популярностью российских пользователей в 2022 году. Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. А мы начинаем! Начнем обзор с Makita M9511 – компактной болгарки, предназначенной для различных ремонтных работ по дому. Инструмент Makita в новом красном корпусе уже достаточно давно появился на рынке, но все еще продолжает смущать некоторых пользователей, которые уверены, что это подделка. На самом деле качество сборки красного и синего инструмента абсолютно идентично, что подтверждают многочисленные отзывы пользователей. Модель оснащена достаточно мощным двигателем на 850 Ватт, который позволяет справляться с большинством задач, возникающих перед инструментом бытового класса. Грамотное расположение вентиляционных отверстий существенно снижает вероятность перегрева даже при интенсивной эксплуатации. Большинство пользователей довольны покупкой, отмечая высокое качество сборки и достаточно демократичную стоимость. Некоторые нарекания вызывает исключительно длина сетевого шнура. 2 метра не самый большой показатель. Metabo W650-125 – качественная болгарка от известного немецкого бренда, которую можно приобрести по цене дешевой китайской УШМ. При этом нельзя сказать, что вместе со стоимостью была снижена надежность инструмента или при сборке использовались комплектующие низкого качества. Исключение составляет дешевый пластиковый сетевой шнур, здесь производители явно сэкономили. Малую мощность двигателя можно не принимать во внимание, модель относится к бытовому сегменту и не предназначена для тяжелых работ. Провода якоря и статора полностью покрыты лаком, что гарантирует продолжительный срок службы электрических компонентов. Также не стоит забывать, что компания Metabo гарантирует поставку запасных частей к собственному инструменту в течение 8 лет после снятия модели с производства. Такие условия китайские бренды точно не предлагают. Интерскол УШМ-125 – профессиональная углошлифовальная машина, оснащенная надежным бесщеточным двигателем, который отличается экономным потреблением энергии. В качестве источника питания используются литий-ионные аккумуляторные батареи. Отсутствие проводов обеспечивает высокую мобильность инструмента, который можно использовать при выполнении работ на высоте, а также объектах, не подключенных к центральным коммуникациям. Разработчики полностью отказались от втулок в пользу подшипников, что положительно сказалось на сроке эксплуатации. Для повышения надежности конструкции имеется лабиринтная защита нижнего подшипника шпинделя. Аппарат поставляется в прочном пластиковом кейсе вместе с аккумулятором и мощным зарядным устройством, которое полностью восстанавливает ресурс батареи всего за 1 час. Пользователи отмечают, что это одна из лучших аккумуляторных болгарок в своей ценовой категории. Главными преимуществами модели считают отличную комплектацию и продолжительное время автономной работы. Единственное, чего не хватает болгарке, индикатора заряда батареи, выполненного по аналогии с другим инструментом. Makita 9558HN – компактная и легкая болгарка, которая идеально подходит для выездных работ. Она занимает совсем немного места, но при этом обладает высокой мощностью, достаточной для выполнения большинства работ. Модель оснащена блокиратором вала и фиксацией кнопки включения для интенсивной эксплуатации. Металлический корпус редуктора обеспечивает надежную защиту механизма от внешних воздействий и обеспечивает эффективный отвод тепловой энергии. Конструкцией корпуса редуктора предусмотрена возможность установки рукоятки с двух сторон. Отдельного упоминания заслуживает длинный сетевой шнур, изготовленный из
эластичной резины, которая не дубеет на морозе. Владельцы инструмента отмечают высокое качество сборки, аппарат отличается отличной балансировкой и минимальными люфтами. К минусам относят слишком большую глубину защитного кожуха, который затрудняет откручивание гайки. Metabo WEV850-125 – универсальная угловая шлифмашина, предназначенная для решения различных задач при выполнении ремонтных работ. Отличительная особенность модели – реализованная технология Vario Constomatic, которая поддерживает под нагрузкой постоянную скорость вращения. В качестве привода используется мощный электрический двигатель с функцией плавного пуска с защитой от перегрузки. Для повышения надежности конструкции разработчики установили на модель отключающиеся угольные щетки. Возможность регулировки оборотов позволяет подобрать оптимальный режим эксплуатации для любых работ. Функциональные возможности аппарата полностью компенсируют высокую стоимость модели. На рынке просто отсутствуют аналогичные предложения. Что касается недостатков, некоторые пользователи жаловались на масляное запотевание редуктора. Справедливости ради заметим, что подобные ситуации встречаются нечасто. Чтобы узнать актуальные цены на аккумуляторные и сетевые болгарки из этого обзора, перейдите по ссылкам в описании под видео. Я оставил их специально для вас, чтобы вы не тратили время на поиски. AEG WS-13125XE – одна из самых мощных моделей в сегодняшней подборке. Производительный двигатель позволяет осуществлять операции по резке и шлифовке максимально быстро и качественно. Скорость вращения шпинделя регулируется в широком диапазоне. Оператор самостоятельно подбирает оптимальный режим эксплуатации. Модель оснащена удобной дополнительной рукояткой с эластичным покрытием, которое отлично поглощает вибрации. Также конструкции предусмотрены на возможность блокировки шпинделя для быстрой замены оснастки. Эффективная система охлаждения и грамотное расположение вентиляционных каналов исключает вероятность перегрева двигателя даже при интенсивной эксплуатации. Также к важным системам безопасности необходимо отнести функцию LLO, которая предотвращает автоматический запуск инструмента после отключения от сети. Если бы не высокая цена, данную модель можно было бы считать лучшим предложением на рынке. Однако сейчас некоторые пользователи уверены, что за такую стоимость есть более интересные предложения. Makita 9565CVK – компактный, высокопроизводительный, надежный инструмент с широкими возможностями. Модель оснащена модернизированным двигателем собственного производства, который отличается повышенной защитой от проникновения пыли и влаги. По заверениям владельцев, защитные функции, реализованные на высоком уровне, действительно помогают при особо пыльных работах. Благодаря новой приводной системе Super Joint System и муфте скольжения, инструмент обладает плавным ходом и практически полным отсутствием вибрации. Также конструкции предусмотрена электронная система регулировки числа оборотов, обеспечивающая стабильную скорость вращения рабочей насадки при изменении силы сопротивления. Новая конструкция угольных щеток и усовершенствованный держатель существенно увеличили ресурс данных элементов. По достижению критической степени износа щетки отключаются автоматически, а их замена не составляет особого труда. Bosch GWS-180Li – доступная бесщеточная болгарка, которая относительно недавно появилась на российском рынке. Модель уже успели по достоинству оценить фанаты аккумуляторного инструмента, поэтому сейчас спрос на аппарат остается стабильно высоким. Необходимо отметить, что в качестве стандартного источника питания используется аккумулятор на 4 ампер-часа, который обеспечивает продолжительное время работы без зарядки. Модель оснащена производительным двигателем, который обеспечивает мощность, сопоставимую с проводным инструментом на 700 Вт. Сбалансированный дизайн специально разработан для работы в сложных условиях. Также необходимо отметить небольшой вес, данный показатель гораздо ниже, чем у ближайших конкурентов. Модель поставляется в прочном пластиковом кейсе для транспортировки вместе с аккумулятором и быстрозарядным устройством. Среди аксессуаров восторженные отзывы получил продуманный защитный кожух, который можно установить в любом пространственном положении. А вот обычной пластиковой дополнительной рукояткой большинство владельцев остались недовольны. Makita
Makita DJA504Z – проверенная временем модель, которая исправно служит российским мастерам не один год. Модель оснащена надежным бесщеточным двигателем серии X5, который отличается повышенной защитой от проникновения пыли и влаги. Благодаря эргономичной форме корпуса инструмент хорошо лежит в руке. Добавьте к этому и качественную удобную рукоятку с резиновым покрытием. Модель оснащена всеми функциями и системами, необходимыми для комфортного выполнения работ. Речь идет о плавном пуске, защите двигателя от перегрузок, автоматической регулировке скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки. Также необходимо отметить наличие индикатора заряда батареи, который позволяет правильно планировать время работы. Пользователи отмечают предельное удобство и удивительную работоспособность модели. Главное замечание к аппарату – малая емкость штатных аккумуляторов. Для нормальной работы лучше приобрести батареи на 5-6 ампер-часов. И завершает сегодняшний выпуск Makita GA9020SF. Мощная болгарка под круги диаметром 230 мм, предназначенная для решения сложных производственных задач в различных условиях. Конструкция инструмента не вызывает нареканий, редуктор с надежной косой передачей сидит на обычном шариковом подшипнике, который отличается гораздо большим сроком службы по сравнению с игольчатыми аналогами и втулками. Добавьте к этому бронированную обмотку якоря и статора, а также удобство замены щеток. Получите качественный инструмент для работ по дому, который гарантированно прослужит не один год. Высокая производительность обеспечивается надежным пылезащищенным мотором. Для увеличения срока службы имеется функция плавного пуска, которая позволяет исключить воздействие критических нагрузок на инструмент. Чего не хватает модели, это рукоятки с антивибрационным покрытием и удобного крепления защитного кожуха. В остальном у пользователей отсутствуют серьезные замечания к модели. Итак, наш обзор подошел к концу. Уверен, теперь вам будет гораздо проще подобрать болгарку, которая будет полностью соответствовать вашим потребностям. Ссылки с актуальными ценами я разместил в описании к видео. Если у вас за плечами имеется большой опыт ремонтных работ и вы считаете, что мы обошли вниманием какую-либо популярную модель, которая служит вам уже не один год, обязательно напишите об этом в комментариях. Расскажите об особенностях и преимуществах вашей болгарки. Возможно, ваши знания принесут пользу другим зрителям. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Это мотивирует нас делать новые обзоры. С вами был канал Час ремонта. Пока!